Наталья Ивановна, прежде всего Минск. Вы как уполномоченный человек по Минску, ситуацию мне доложите, особенно по тем вопросам, по которым мы с вами определялись, и особенно по экономическим предприятиям. Мотовелозавод, как там ситуация по продажам отдельных зданий и помещений, понимаете, о чем идет речь. Ну и как начала работать новая команда, не люблю этого слова, но тем не менее, Верхней палаты парламента. И международные ваши контакты, другие вопросы, которые вы считаете нужно обсудить. Спасибо, Александр Григорьевич, за возможность обсудить с вами ряд вопросов. Наш Совет Республики в новом составе приступил к работе. Мы провели уже 4 заседания. Принято 31 законопроект, и мы активно работаем сейчас в межсессионный период, потому что 17 сентября мы открываемся. В общем-то, включились все в работу достаточно активно, работаем с людьми, рассматриваем те законопроекты, которые предоставлены нам на экспертном совете. В общем-то, работа ведется активно абсолютно по всем направлениям.